Более 30 маскировочных сетей передали приморским военнослужащим, участвующим в СВО, волонтеры «Большого камня». Губернатор Олег Кожемяка посетил производственную площадку во время рабочей поездки в муниципалитет. Маскировочные сети волонтеры начали плести около 2 месяца назад. У каждой сети свое предназначение для укрытия блиндажей, танков. Изделия направляются в том числе добровольческому отряду «Тигр». Осмотрев производственную площадку, Олег Кожемяка поблагодарил волонтеров. Ну не сложно так, нет? Даже интересно немножко, наверное, да. Моторика, во-первых, да? То есть, ну мысли и потом хорошие, мысли хорошие, потом ты понимаешь, что ты сберегаешь жизнь, ты делаешь то, что там вдали за 10 тысяч километров люди будут благодарностью воспринимать. И вот частичку своего труда, сердца, души, рук, которая будет укрывать как материнским теплом, как крылом, по большому счету. Правильно? Да.